Я, в общем, сын Павла, отца этого Павла, и я хотел с вами очень серьезно поговорить. Так, но... кто это? Алло. Да. Я сын Павла Настев, Павел Настев, он бывший священник. Я хотел с вами поговорить очень серьезно, но у меня есть один вопрос, который меня очень... Подождите, сначала я узнаю, что за священник? Я должен знать, с кем разговариваю. Сейчас я его рядом сядет. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я как-то вот смотрел, ну, правильно читал, потом у вас стало мое видео, мне написали, дали скайп. Еще по поводу Питера вы спрашивали про собаку, трех людей. Так вы где находитесь, живете где? В Петербурге. В Петербурге, так. Так, а что про собаку-то? Ну, писали от вас, что может и у нас переночевать. То есть я еще не писал, что да, есть телефоны, да, и что. Вы сейчас говорите только про Санкт-Петербург? Суть в том, что у меня сын приехал сегодня, мы не виделись лет 8. Вот. У него там какие-то очень тяжелые вопросы, серьезные. Я ему на этот вопрос... Так, минутку. Если нас сейчас прервется связь, вы заново восстановите ее. Хорошо. В общем, я ему не могу на этот вопрос ответить. Я думаю, что вы сможете ему помочь. Я сначала сейчас кое-что спрошу вас. Да-да. Мы с вами знакомы были или нет? Нет, мы только ВКонтакте, друзья. Но там видно, у вас сидит модератор. Я модератор... Я ВКонтакте не выхожу вообще. Там модераторы работают. Да-да-да, вот модератор мне дал ваш скайп, сказал, в какое время... Хорошо, давайте, слушаю вас. Так, вот Николай, сын мой, вот он очень... Если... Прям совсем вкратце, то у меня такая проблема. Я как бы понимаю за собой один очень серьезный грех, но не могу раскаяться сердцем. И как бы вот я его, например, пытаюсь описать, но описывал отцу. Дохожу до какой-то точки, и дальше я сам не могу. То есть мне нужна как бы, не знаю, как может помощь, может что... Может быть, я попробую вам его начать описывать, рассказывать, и, может быть, получится, я не знаю. Так, подождите минутку. Я не священник. Ну, понимаете, я не в том смысле раскаяться, что исповедаться, а в том смысле, чтобы ну, поделиться с кем-то. И мне кажется, вы тот человек, с кем, кто может как-то... Кому, ну я не знаю, кому, может быть, можно рассказать, потому что я, ну скажем так, кое-что услышал в ваших словах, что не все слышат, потому что можно сказать, получил знания, которые мне не по уму, вот. Я сразу вас хочу еще в этом деле предупредить. Мы с вами не друзья и не враги. И вы как бы не опасаетесь меня. Но если вы начнете говорить то, что другим не говорили, а все равно другим где-то вы говорили, это будет известно, и вы будете думать, что я кому-то сказал. Я много лет работал с заключенным и знаю, он уже неоднократно кому-то рассказывал. Я уже понял, о чем вы говорите. Чтобы... А он теперь, после того, как мне сказал, а я и даже рта не раскрывал, а в это время следователь начал работать по этой стороне. А, поп разболтал, а я, во-первых, не поп и ни с кем не разговаривал. Он уже там трепался на верхней шконке, с кем попало. Так что лучше бы не говорили вы мне, потому что наши отношения могут быть хорошими. Вам сколько лет? Мне лет 19, но в моем случае отношения могут быть хорошими, но мне кажется, что у меня уже в жизни будет, не будет шанса раскаяться вообще и как бы, ну то есть, как бы вам объяснить? Пока без пояснения, чтобы время не тратить, я коротко скажу. В 19 лет, ну это если только вы не знаете с женщинами, это рукоблудие.
Это главный грех, в котором боятся раскаяться. Больше ничего нету. У меня серьезный грех. Понимаете, я вам говорю, что и связано, это связано, как правило, всегда на одном мытарстве. Мытарство туда. Связано с этим, но... Поэтому лучше не говорить. Просьба не говорить. Вы, а там, вы в моих материалах найдете где-то, там есть священник, и там я просто прошу вас, не надо. Мне не надо это. А я вам косвенно скажу где-то. Косвенно. Вы понимаете, я очень глубоко раскопал на самом деле причины, но не докопался до истины, потому что у одного у меня не получится, и мне нужен не просто человек, вот, допустим, я не знаю, конечно, того священника, о котором вы говорите, может быть, он поможет, но вот именно вот вы здесь можете помочь. Точно. Ну, не то, что точно, но, скажем так... Дальше подробности, время не тратить. На первое место сразу извинитесь и пишите. Так, сейчас листочек. Вы не на листочек, а большой лист вы заведите на столе, чтобы он у вас лежал. И всегда лежали рядом ручка, карандаш. В любой момент могли, независимо от нашего разговора, пока не договоримся, я не дам разрешения, больше не звонить. Запомните это. То есть пока вы не дадите разрешение, больше вам не звонить? Я вам дам ответ. Пока не разрешение, не дам, на какое время звонить. Разрешение. Пока не открою вам окно. Хорошо. Так, первое. Установите авторитет Божий в душе. Авторитет. Первое. Авторитет Божий. Второе. Я вам на все покажу места Писания, где будет второй авторитет Святой Библии. Вот два пункта. А об этом что нужно сказать? Вы все найдете у меня в книге. Напишите где. Книга. «Открытым оком». Второй том. Их 30 томов у меня стоит на сайте. Можно вам один еще вопрос такой важный? А книгу читать быстро и, может быть, несколько раз, и как и Библию? Или читать медленно, но спокойно? Медленно, спокойно и заучивать наизусть. Открытым оком. Открытым оком. Ответ. Открытым оком. Там разные материалы даются противосектантские. Я вам сейчас покажу, где это находится. Это находится на нашем сайте и на нашем форуме. Первый вопрос. Я буду коротко говорить. Пожалуйста, не перебивайте только. Я много лет вел занятия в разных университетах, поэтому я начальник детского лагеря. У меня общение с молодежью постоянное. Не то, что постоянно, а круглосуточно. И поэтому то, что вы говорите, дальше не надо говорить. Мне достаточно несколько слов, чтобы понять, что там есть. Я 17 лет работаю с молодежью, которая попала в трудные места, в заключение. И вы можете представить, какой у меня в этом деле опыт. Подробностей не надо никаких. Вот. Но у меня нету такого, за что меня посадят, понимаете? Нет, я знаю. Я не про это сейчас. Я говорю то, за что вы будете осуждены на суде Божьем. Притча Соломона. Да. Человеческий суд — это пустое. Я сам прошел 5 тюрем, отсидел за слово Божие. Лагерь смерти, меня этим сильно нельзя пугать, потому что я приговоренный. Нет, ну а как же мне быть? Я почитаю это все, но вы уверены, что... 1.7. Притча Соломона 1.7. Запишите. Давайте, мы сейчас сразу открываем. Я показываю вам. Вот. Вот сейчас у вас Библия далеко, нет? А Библия далеко? Далеко. Далеко. Ну, вы пока выпишите то, что я скажу. У меня тут не совсем легко открывается, потому что... Вот сейчас, минутку. Притча Соломона 1.7. Я дословно вам прочитаю. 1.7. Записывайте. Начало мудрости. Вы же мудрым хотите быть, не глупым. Да. Начало мудрости тире. Страх Господень. А вот у меня он как-то потерялся немного. А понимаете? Даже ничего нет. Если он не маленько, он есть или нет. Маленько не может быть. Маленько — это человек дурит просто.
Ну тогда нет, можно так сказать. Сначала мудрость, теперь страх Господи. Я объясню, что это означает. Точка с запятой. Потом, это один стих. Потом вы проверьте по Библии, заучите наизусть и будете говорить притча Соломона 1.7. 1 это глава, а через двоеточие 1, двоеточие 7. Научитесь правильно писать. 1, двоеточие 7. Притча это пэре, при или притча. Дальше, продолжение предложения. Глупцы только. Глупцы только презирают мудрость. Презирает мудрость и наставление. Точка. Это весь стих закончился. Так, записали? Записываю. Записывайте. Дальше вы будете просто указывать места. Возьмете Библию и эти места заучите. Пока вы их наизусть не заучите, разговора у нас больше не будет. Екклесиаста 12.13. А, подождите, наизусть... Еще. Запишите, выучить наизусть до запятой. А вот всю притчу выучить Соломона наизусть, да? Нет, вот эту притчу, да, седьмой стих. Ага. Начало мудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление. Это немного. Да. Это совсем. Дальше. Теперь, вот это расширенное более. Будете просто считать, а можете... Ну, можете заучить. Для меня это, например... Это... А что еще? Что еще писать? Екклесиаста 12.13. Как? Я один не расслышал. Екклесиаста. Два. Екл. А, Еклис. Екклесиаста. Екклесиаста. 12 глава, 13 стих. 12. Как еще? 12, двоеточие 13. Быстро пишите. У меня времени нет совсем. 12, двоеточие 12? 12, 13. Ну, я не могу понять. 12. 1, 3. Я буду по одной цифре говорить. 1, 2 это 12, а 1, 3, 13. 1, 3. Ага. Это 13 стих. Считаю, выслушаем сущность всего. Вот все, что можно сказать. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Вот желательно, чтобы мы наизусть выучили. Дальше Иов 28:28. Сейчас я допишу. А там не надо писать, вы просто из Библии запишите. Тут, ага. Только место Иов, написано. Иов, дальше. Иов 28:28. 28, двоеточие 28. Я считаю, а вы потом прочтете. И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум, удаление от зла, никакому греху не прикасаться. Если вы в это верите, вы дальше запишите. Евангелие от Иоанна 3:18-21. Иоанн, Евангелие, 3, двоеточие, 3, 18-21. Я считаю вслух, 18-21, это 18, 19, 20, 21 стихи, включительно означает. Верующий в Него, во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. А суд же стоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. У злого человека мозги помрачены, он делает грех, он удалился от Бога. Более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Всякий, делающий злое, ненавидит свет. Ненавидит Библию, ненавидит покаяние. А то, что вы позвонили, это здорово, это хорошо. Это уже удар по сатане. Он не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Не обрешились, потому что они злы. Злы это не означает, что ты делал кому-то зло. Ты делал зло в первую очередь самому себе. Потому что вас совесть мучает. Вы уже попали под это. А поступающий по правде идет к свету, потому, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Еще. Притча 9.10. Притча 9.10. Начало мудрости и страх Господень. Опять же, видите, куда я вас поворачиваю? Теперь я вам сейчас покажу это страх Господень в этой минутку в неканонической книге. Это мы православные, мы признаем ее. Вы запишите страх Господень. Вот. Премудрость, это сказать, Сирахов. Как записать еще? Сирах.
Премудрость. Да, она называется «Премудрость Сирахова». Ну, коротко, Сирах. Ага. Сирах. Вторая глава, 11 стих. 2.11. Страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Дальше. 2.12. Страх Господень усладит сердце и даст веселье, и радость, и долгоденствие. Ты долго будешь жить. Сирахова 2.13. Это подряд все идет здесь. Боящемуся Господа благо будет напоследок. И в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа и поставляет на стезях любви. Все. Вот на этом дальше начинаем говорить. Вы помните, что будет суд Божий? Вам это не трудно представить? Да, нетрудно. Мы умрем, в этом, несомнения, у вас нету. Нету. И дальше. Человек не умирает со смертью тела. Будет всеобщее воскресение, о чем еще писал Лермонтов. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. И грех, видите, как сделал сатана, Златоуст говорит, перевернул. Бог сделал так, что в человеке самая отличительная черта от всего живого – это совесть. Совесть. Совесть помогает спастись даже тому, кто не слышал о Христе. Совесть его то судит, то оправдывает. Бывают язычники, и они живут по совести. Он никак... вот. А у Лескова Николая Семеновича, это хорошо описано, архиерейские записки. У Лескова. Это русский писатель, очень хороший. Совесть. Вот сейчас начните работать по этой стороне. По совести поступать. Ну, а Господь сказал, как хотите, чтобы с вами поступали, через апостола Павла, он говорит, так поступайте и вы. Вы хотите, чтобы ваши дети были такие, как вы? Вопрос. Сами себе отвечайте. Нет. Теперь, у вас есть друзья-товарищи. Если этот грех, который мучает вас, как-то связан с ними, прекратить всякую встречу. Напишите. Я не знаю, о чем вы говорите. Я просто говорю о том, о чем я молился сегодня. Если этот грех связан с ними? С кем-то связан. С кем-то. Надо ни в тот дом не заходите. Не здоровайтесь, не подходите. Вообще забудьте про того человека. С кем связан грех. Измените маршрут. Если вам это не выдержит, попросите на помощь отца или кого-то. Меня одного не выпускайте из дома. Изменить маршрут. А дальше? Ну, не встречаться, не беседовать, не звонить. Ага. То есть, чтобы и отрубить этот канал, откуда идет подпитка греха. Дальше, я так пытался. Свое тело постарайтесь ниже пояса рукой не задевать. Это уже, да. Вот ниже пояса у вас, вот посмотрите. А, не задевать, понял, вот, да. Вот понял. Пояс у вас есть, вот. Вот видите, я вам покажу, видите, вот пояс, посмотрите. Вам видно? Да. Вот, это пояс называется. Наденьте пояс, сразу наденьте его. А, надеть? А у меня нету. А вы наденете, вы распоясанный хулиган просто, распоясанный. Слово распоясанный хулиган. А пояс, 108 раз Библия говорит, что пояс был, 108, это что нам? Пояс надеть, да. Вот запишите. А вообще тело называть не ноги в том числе? А? Ноги в том числе, там, пятки. Нет, не, не имеет значения. Вы постарайтесь только пятки. Ну, сделайте от пояса 60 сантиметров ниже. Вот эта зона, которая вам запретна. Понял. А пятки остальное это. Ну, я не называю просто, чтобы вам было понятно. Нет, я понял. Я так просто на всякий случай. Я просто говорю, где сатана больше всего действует. А ремень подойдет как пояс? Подойдет. И вы сделайте рубашку на выпуск по-русски вот так вот. Вот смотрите, как я. Гляньте на меня. Вам видно? Ага. Вот так вот. Это русская форма одежды. Лев Толстой стоит, вот снимок, у него рука вот так вот. Ага. Это всегда так было. Это в брюки заправляет, это немецкая форма. Вас как звать-то? Ага. Звать как? А меня Николай звать. Николай. Знаешь, как переводится? Я читал, но вот сейчас... Победитель. Совершенно эквивалент вашему имени еще два имени. Это редкое такое имя, которое трижды повторяется. Это Виктор и Никита. Это одно и то же. Вас можно и Виктором назвать, и Никитой. Победитель. Понял, да. А какой же ты победитель, если грех тебе сел на шею и не слазит? Вот и я думаю. Вот. Теперь, вы не хотите за сатаной идти. Вы скажете, а зачем он мне нужен? Вы должны быть руководителем.
Вы должны быть лидером. Лидером где? Над своими чувствами. Над своим сердцем. А у лидера должно быть 6 качеств. Запишите. У лидера 6 качеств. Независимо от того, вы директор фирмы какой-то будете, будете мужем, будете вы руководить семьей своей когда-то на работе. Это не имеет значения. 6 качеств. 6. Вот. Первое. Воображение. Первое качество, которое вам нужно развить. Вы должны воображать. Вот что-то делаете, переезжаете. А что из этого будет? А вот я сейчас думаю там так. А что за этим будет дальше? Вы должны все разложить по полочкам и сказать, вот здесь мне не справиться, тут нет, поэтому дело закрыто, пока не приступил. Второе качество – знание. У вас мало знания. Вы даже название Библии не знаете. Знание. Ты должен много считать. Считать полезное. Классику, литературу знать. Толкование святых отцов. Собора церкви. Ну, я, мне это легко с вами говорить, потому что я этому отдал 51 год. Непрерывное обучение, не считая 23 года, которые впереди мне были. Мне 74 года. Сколько? 74. Обалдеть. Так, знание, дальше. Знание. Третье, умение. Умение. То есть одно дело знать, другое дело уметь это делать. А как их приобретать? А вы сами увидите, что вы, допустим, узнали, а как это притворить в жизнь. Вы видите, вот булка, она вам нравится. Вы ее намазываете маслом. Ты должен уметь сеять хлеб, выращивать корову, доить ее и делать масло, и тогда намазать на кусок. Не быть дармоедом. Вам понятно? А, ну это, получается, все учиться надо всему. Это, вы сначала примерьтесь к этому. Вот мы с нуля стали строить православную деревню. Ага. В России разрушено 21 тысяча сел, полностью исчезли. 21 тысяча! А это было, что государствообразующее поселение. У нас не катастрофа, мы находимся за гробом. Мы не стали рассуждать. Самый трудный момент, 91 год, когда все летело вниз головой, мы получили участок земли, добились статуса и с нуля начали копать землю лопатой. А сейчас трактора, машины, интернет, все в деревне. Это единственная деревня на всю Россию. Играется свадьба, похороны. И все, только верши. Мы все православные. Четвертое качество, записывайте. Четвертое. Решительность. Решительность. Вы не смотрите на то, что вот у вас трудности какие-то, недостаток. У вас физические недостатки большие. Плоскостопие третьей степени, серьезно. Какая? Плоскостопие третьей степени. Это не болезнь. Это, да забудьте про нее, просто забудьте. Вам может странным покажется, что я буду говорить о том, что я не съел ни одной таблетки за всю жизнь. Почему? А я не болею, я вообще не болею. Нет, я как раз могу это понять. Но я могу это понять, придя к этому ложным путем. Нет, понимаете? Я не ложу. Я не считаю то, что у меня болит. Это не болезнь, это естественное разрушение организма. Болезнь какая? Я упал и сломал там шейку бедра, или руки мне переломили, хулиганы напали, там голову проломили. Вот это болезнь, пока мне заживет. Вы перестаньте стонать. Забудьте про плоскостопие. Забудьте. Теперь, вот чтобы быть решительным, вы должны установить у себя распорядок правильный. Записывайте, распорядок дня. Это в это качество войдет, в решительность. И завтра, если у вас это не получится, начните через час по новой. По новой. Никогда рук не опускайте. И когда эти 6 качеств, которые я вам назову, вы увидите, что они вам нужны, наше знакомство продолжится. Если вам это не нужно, это последняя встреча. У меня нет времени просто. Ну, зачем баловаться? Так. Вставать. Алло, а последнее качество? Слушайте, вставать всегда, запишите. Утреннее вставание, распорядок. Я не слышу. Связь. Почему не слышно? Посмотрите. Вам не слышно? Связь. Может быть, перезвоните в скайпе. Подождите. Почему не слышно-то? Посмотрите. Может, у вас какое-то... Я вас не слышу. А видите, видите? Видите глазами? Глазами видите? У меня
Скайп, программа не хочет, голос очень роботизирован, я не слышу. Не могу понять. Шестое качество. Я еще могу сказать. Ну что, перезвоните? Ну как быть-то? Давайте перезвоним вам. Давайте. Давайте.